В сети интернет, друзья, появилась информация о том, что сегодня в 7:30 утра в центре Москвы под колеса автомобиля при каких-то странных обстоятельствах попала известная советская российская актриса театра и кино Вера Алентова. Сообщается о том, что первую медицинскую помощь ей оказались очевидцы. На данный момент она находится в больнице. Сотрудники полиции занимаются поисками автомобиля черного цвета марки Nissan, который совершил наезд на актрису и скрылся с места происшествия. Подробности пока скрываются в интересах следствия, друзья. Оставайтесь с нами на нашем YouTube-канале. Завтра утром к нам поступят шокирующие подробности этой трагедии. Мы сразу же обо всем расскажем вам. Берегите себя, своих родных и близких, друзья. Спасибо вам за вашу активность и за ваши просмотры.